Я Кабиева Светлана, библиотекарь отдела краеведческой литературы Костанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого. Сегодня я хочу сказать несколько слов о книге, которую я прочитала и которая меня удивила. «Генерал Ержан». За плечами Галихана Нурмухамбетовича высокие государственные посты. Он первый министр юстиции независимого Казахстана, принимавший активное участие в создании первой конституции Республики Казахстан 1993 года. Его судьба уникальна тем, что он, начинавший свою трудовую биографию водителем, достиг высокой должности члена правительства. Ему выпала честь вести переговоры с первыми лицами зарубежных стран, подписывать важные государственные документы, возглавлять казахстанскую делегацию на праздновании 200-летия Конституции США, беседовать с президентом Соединенных Штатов Бушем старшим. Эта книга – самые искренние, теплые и душевные воспоминания о мужественном человеке, о любимом муже, отце и дедушке, о верном друге.